Всем привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост, Beyond Two Souls, это демо-версия, это, как вы понимаете, Эллен Пейдж, и я сейчас попытаюсь пройти игру на клавомыши. Так, движение WSAD, понятно, действие диалог 1, 2, 3, 4, понятно, действие Айден, Shift, а, типа опуститься Shift, подлететь пробел, прикрыться C, переключиться Джоди Айден Тап. Ну, вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо. Давайте еще разок эту демку пройдем, только теперь на клавомышке. На этот раз я буду побыстрее проходить, так как уже опыт у меня есть. Я не особо сильно буду отвлекаться на телевизоры и тому подобное. Буду, конечно, но... Но так, с умом. Ну не могу я целиться на геймпаде, не могу, а тут за Айдена так много летать надо. Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Давай, давай. Так, щелкнуть или... А, еще и надо зажать! Да ну на, чё так сложно-то? Так, там вроде на лампочку можно было что-то сделать. Чтобы она что-то сделала, надо щелкнуть. О, и потом повести в ту сторону. О боже, тут еще хуже, чем на геймпаде. Там просто вниз надо было нажать. Успеешь сегодня наиграться. Блин, чё ж такие иракульные эти самые делают, ну блин, настройки управления. Да еще поиграю, конечно, но... Так, погоди, на постель можно было зайти. Хе-хе, я с другой стороны сел. Я знаю, ты устала, но это очень важно. Чем она устала, блин, ничего не делает. Где она взялась-то? Так, я буду того, привыкать к управлению. Так, ну WSAD тут Коля справляется. Ходит. Один, удерживайте. Удерживаю. Удерживайте. Понятно. Все, везде один удерживать. Я понял расклад. А нет, не везде. Тут надо зажать и в сторону. Так, окей. Брынь-брынь. Что делать? Две держать, что ли? Как? Как брынькать? Ого, вот тебе и проблема. Солнышко. Держать две кнопки? Сложно. Ладно, пошли тетку пугать. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Да-да. Омолодили, Эллен Пейдж, омолодили. Удерживайте один. Понял. Идем, Джоди. Да сейчас иду, погоди ты, блин. И только один раз можно сделать. Если раз не посмотрел, то все. А матюк и написать? Ай-яй-яй. Может как-то ускориться. Блин, ну две кнопки, это жесть. То есть во время драки должен буду держать левую, правую, вверх-вниз еще делать? О. То есть и во время Quick Time Event'ов надо будет зажимать левую и в ту сторону двигать. О. Эй, Коу. Привет. Привет. А срок был в прошлом месяце. Куча взрослых. Почти все уже. Привет, зайка. Какая ты красавица. Что-то ее, засуньте, ее вправо тянет. Или это камера туда поворачивает сама? Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Как твои дела? Она разговаривает. Блин.
Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. А если все по правилам сделать, не пугать ту женщину? Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? А просто угадывать карты и все дела. Буду играть на клавиатуре с мышкой только из-за хорошего управления за Айдена. Потому что мне надо хорошо маневрировать. Слышно меня? А он как космический корабль. Типа, может вверх-вниз, лево-вправо, ускоряться, тормозить. И перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Окей. Давай. Ну что, поехали? Первая. Табом на него переключаться, да? Так, WSAD. Обзор. Но они говорят, как вот так делать. А, это, блин, офигеть, как важно. Не буду я эту задницу. Пульс замедлился до 45 ударов. Тета-ритм подскочил до 4,5 Гц. Температура среды. Чувствуешь? Температура упала. Он здесь. Чувствую. Айден, нет! Похоже, Айден не в настроении. Он с нами играет. Следи за приборами. Айден, оставь его. Диппи. Диппи, можно туда? Можно к ним? Ну такое, вверх и вниз, а там в стороны надо было. Ну пока не очень сложно. Ты чего? Ничего. Жопа бугая. Звездочка. О, так я могу так зафиксировать, чтобы все видно было. Дальше. Блин, каждый раз такое делать? Следующее. Блин, надо, не хватает мышки. А, может там чувствительность надо было увеличить? Чтобы Айден башкой своей крутил получше. А, как вам такая мысль? Типа на 60. А? Так. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? А, само зафиксировалось, понятно. Хорошо. Может, это чувствительность мышки? Ты могла бы сдвинуть? Даже лучше, чтобы... Типа не так сильно надо было вверх и вниз отводить. Коврик-то у меня не резиновый. Не ссы, тетка.
Вы все умрете. Дай, мазафака, дай, мазафака, дай. Ну все. Простите, я не могу. Ладно, Джоди, спасибо, мы закончили. Тут заперто. Я еще не закончил. Там не заперто, может просто закрыть. Выпустите меня сейчас! Спокойно тебя, Кэтлин. Откройте. Остановись, хватит, Джоди. Мы закончили. Не прощай. Он не слушается! Он меня не слушается! Спокойно, мы идем к тебе! Что-то не так. Плохо дело. А вы, бараны, сидите, спасать надо. Как-то не так. Ну, как-то не так, как в прошлый раз. Джоди, все хорошо. Не бойся. Все прошло. Это никогда не пройдет. Блин, напугали тетку. Че, парень? Ее парень, что ли? Когда темп игры замедляется... Ой, как неудобно сделано. Да что, я не пойму. То ли резко надо делать. Я же нажимаю, что вам не так? Да, она заблочит. Ого, как плохо все. Ой, напрягает, что щелкать надо. Ух ты, что-то не то нажал. Я вверх нажал. Еще разок. Кстати, она же голенькая будет в этой игре. Что-то там, помню, как-то взламывали, чтобы видеть ее голой в душе. Какая жалость, что она лесбушка. Да, как-то неудобно. Так, вверх или куда-то надо? Отстань, Айден. Что значит отстань, ты офигевший? Я не сплю уже трое суток. Я устала, понял? Понял. Бойся. Бойся меня. Ой, кажется, вы пролили кофе, мистер.
черт, я думал, на него прольется. А выйти можно в окно? Нельзя. Не, ну гораздо удобнее мне вот летать, мне Айденом удобнее. Вот не было бы у меня геймпада, я бы вообще не парился. Тут же еще ж вибра в игре играет роль. Там же ж он вибрирует в опасные моменты, когда надо что-то сделать. А, блин, ну что, собака? Чувствуешь Айдена? Гав-гав. А, может ее разбудить пораньше, или я сейчас влечу и начнется ролик. Давай, 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 что ты так медленно летишь, Вася? Буди, буди, девочка, буди, 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 буди. Нет, не то, не то, не то. Да блин, сука, не то. А, нельзя? Просыпайся, в окно, в окно, в окно, в окно, зырь в окно. О. Но этот раз пораньше получилось. Вставай, давай, кино, и начинайся, кино, 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 кино. Нет, толк от того, что она раньше проснулась. Здрасте, проверка. Предъявите документы. Документы. Мэм, вернитесь на свое место. Fuck you! Черт, это она! Она! This is the end. Так, сама бежит или надо жать? На всякий случай жму вниз на себя, короче. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И что я тут должен был нажать? А, вверх, наверное, перепрыгивать. Вообще не понял, что там надо нажимать. Держать левую и трясти, что ли? Нет. Ух ты, бля. Махач! Бью мышкой. Не часто такое можно видеть. А, то есть можно было в окно и не вылезать? Ого, прикол. Ты окружена! Выходи! Я все еще в кепке. Тут я не совсем понимаю, что тут, сука, надо делать. Надо еще выше чувствительности добавить мышки. Я здесь, детка, блин. Что? Я ж подтверждал. И вот сейчас кепочка слетит. Что тут, я не пойму. Все, нету кепочки. Так, 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 так. Ну тут как ни крути, управление попроще, чем Heavy Rain. В Heavy Rain я там вообще офигевал, когда 4 кнопки надо было жать. Не то нажал. А что? Что я должен был нажать? Снова не то нажал. А что там надо было нажимать? Да что? Что я должен делать? Жму мышку и в сторону. А вот была бы консоль, я бы не парился, да? О, сейчас будет жесткий махач.
Радует, что все вправо. Что все надо нажимать вправо. Ого, чувак чуть не упал. Вы что, дурные на крыше? Ну тут такая связка у них какая-то нелепая вышла. Могли лучше обыграть. Давай, вставай, чё ты? Так, блин, чё махать с собаками меня ждёт? Да, знаю. Что? А я не понял, что сказал это чудище. Давай, с той стороны! О, черт! Пошли! Да пошли! Куда пошли? Я не вижу нифига. Через что она там прыгает? Я нифига не вижу. Я нажимал прыжок. Я не виноват. Это она дура. Что тут, блин, происходит? Голову сейчас себе расшибет девочка. Камера, ё-моё, ты можешь это постоять как-то на месте? Ну нифига не вижу. Левая и левый shift. Ого. А, клацать что ли? Ё-моё. Левый shift и левая кнопка мыши. Да блин, у меня мозг сейчас взорвется от такого. Один? А чё один? А, еще и долбить надо? То вы что, прикалываетесь? Долбить один? О, прикол. То есть в Quick Time ивентах я буду один долбить. Угу. Да перед собой смотри, блин. Надеюсь, помогло то, что я нажал прыгать. Ты еще скажи, что это преграда для тебя, солнышко. Да блин. Ты ее видел? Я ничего не вижу, куда бежать. Направо, налево. Направо. Что за? Так, какая там кнопка ломать дровняку? Срочно, срочно дровняку. Похлебало. И этому похлебало. Ой, тут я не могу понять, что тут надо нажимать. Палку у меня отобрали. 2-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 2. Левый shift. А, долбить, 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 долбить. Хорош. Собака нормально получила. А этой мало. Ну, блин. А та поддалась стадному рефлексу и свалила третья. Ну, три собаки могли ее замудохать, конечно же. Видишь что-нибудь, Крэвис? Пробел. О, его еще тут не хватало. Для полного счастья только пробела мне не хватало. Долбить один, окей. Видишь его? Кругом скалы.
Можно уже не держать 4? Или все еще держать? Я на всякий случай держу. Так, в прошлый раз он с дробаша у меня гасил, а можно в этот раз что-нибудь другое сделать? Шкерится, шкерится, она шкерится, да блин! Давай, Эдди. Давать-то. О, чертов дождь. Когда-нибудь перестанет идти. Дробовик. То, что скорее бы она прибежала. Как в Терминаторе. Ого, я камеру подкрутил, тут чуть-чуть-чуть-чуть, полегче, полегче. Камеру подкрутил так, что... Closet, о, щит, а здесь? Черт, Майк! Что с тобой? А ну убрал пушку нахрен! Эй! Ты совсем охренел? Даже эй, не упала. О, газовать, газовать. Какая тут кнопка надо? Брум-брум-брум-брум-брум. Пробел. Так, и пробел, наверное, же держать надо, чтобы она дико жгла. Все понятно, пробел. Блин, надо держать пробел, ну ладно. Так, пробел и стрелочки. А если я пройду эту штуку, ни разу не отпустив пробел? Это возможно или нет? С такой камерой, конечно, вряд ли. Что один? А, типа посмотрела? Что один? Я не понял. Бошку на него поворачивать? Да куда? Я, у меня и так уже заняты руки. То есть я жму левой рукой пробел, стрелочки, ну, еще один должен нажимать. Это, и я извиняюсь, каким пальцем я должен это делать? А в Heavy Rain было больше решений. Выбора нет. Поедем на пролом. Ты готов, Айден? Всегда готов. Давай. Айден, ты мне нужен. Я что, не включил щит? Что? Залажа. Я не включил щит. Чё, блин? Говори так, мы её взяли, прибудем в 5 утра. Ну, да. Принято, ждём вас, Альфа. Это всё корявое управление, ребята. Нет. Сделай что-нибудь. Сейчас нам сделаю. Она чё? Точно не проснется? Такой дозы слона можно вырубить. Ты видел, что там было? Блин, нахренеть вообще. Ну я вроде бы там тоже так делал. Не знаю.
И конец игры, убил я. Нормально. Нелинейный сюжет. А я говорил в Heavy... Что это, блин? А я говорил, в Heavy Rain было больше вариантов. А-то тут тоже продумано. Ого. Передай, чтоб отвалили нахер. Потому что в другой раз я всех убью. Это круто, но я вообще-то затеял переигрывание на клаве мыши ради... Надеюсь, поймут. Ради того махача с вертолетом и совсем. Как-то переиграть можно? Да вы чё, гоните? Облава с поезда начнется, да? Даже отсюда. Блин, тоска, печаль. Вообще, ребята, хотел повоевать на клавиатуре мышки, как там круто снайперов снимать можно и какие там были варианты. Но так лажануть. То есть, ну это снова всю эту драку, все это переживать, ладно. Это я уже без вас как-нибудь. Как бы. Ну, смысл вы поняли. Игра нелинейна. К управлению, ну, мне стоит привыкать. Хоть на геймпаде, хоть на клаве с мышей. Очень оно нетипичное, блин. В Quick Time Event'ах задействованы 1 и 2, ну, такого у меня еще не было. Понимаю, там Shift, пробел, E, F, ну, блин, 1 и 2. Ладно. Прикольная игра. Как я уже говорил, рано или поздно она у меня появится. Прикольная Эллен Пейдж. Слежу я за ее творчеством, по-моему, еще с фильма «Леденец», кажется. Там она снималась. Ну, если... А может, и не «Леденец» он назывался. Ну, короче, в «Люди Икс» я ее видел, еще куча фильмов. Как натуралов она играет, так и лесбиянок. В, кстати, в Академии Umbrella ее можно было видеть. Ладненько, всем хорошо. С вами был Ник Фрост, Эллен Пейдж, да, Дэвид Кейдж и Beyond Two Souls. Демка. Всем пока-пока.